идут к президенту, называется это. Полиция добрая. Киев, Украина, улица Банковая, администрация президента. Вова, одумайся, Вова. Что ты нам рассказывал? Что все будет хорошо. Все для людей, ё-моё. А в итоге что происходит? Кассовые аппараты. Свинарчук на свободе. Ну и дальше все вы знаете. Почему глаза так бегают? Вчера смотрел тебя по телевизору, это жесть просто. Почему речь не связана? Что происходит? Кто на тебя давит? Выходи, скажи, мы поможем. Уже понять не могу. Прощупайте, да и все, что вы задерживаете очередь? Кстати, вот в эту маленькую громаду. Добро. Так, идем к Вове ближе. Добрый день, я Руслан. Ты что, ты вызываешь подозрения, ты понял? Как моя собака. Ее тоже все боятся. Она добрая. Маску не одел. Это ты без маски, да? Блин, класс, подожди, я вас сфотографирую. Стой, стань, как стоял. Ну, я успел, наверное. Ёлки кричат так же, как при Януковиче, ганьба. Ну, в принципе, все правильно. Блин, что ж происходит? Что зэк? Что сладкое чудо? Юда. Что человек не из системы, блин, ну ничего не меняется. Просто жесть. А коли підприємець бере меча, то країни вже не буде. Охорона спитала, що ви хочете, що треба. А що нам треба від президента? Давайте скажемо, що нам треба. Багато, ви знаєте, багато говорити, я розумію, йому марно. Давайте хоча б, щоб він дотримав свого слова. Хоча б слово, тому що зараз йому щось говорити про касові апарати, про ФОПів. Він так далекий до нас, до ФОПів, як від нас до Марсу. Хай він стане мужчиною. Вийди до народу, не заважай нам, вийди, тримай слово. Давайте так, тримай слово. Те слово, яке ти дав під час передвиборчих перегонів. Те слово, яке ти дав підприємцям на весь світ, що зустрінешся. Те слово, коли ти сказав, ФОПи, вони же маленькі, ми їх не трогаємо. Він надавав багато слів і обіцянок. І чомусь їх не тримає. Володимир Зеленський, станьте врешті-решт людиною слова. Стримайте свої обіцянки. І повірте, життя сильно зміниться в кращу сторону. І в вас залишиться ймовірність і шанс зберегти принаймні країну. А можливо, якщо Бог пошле вам прозріння, то може її розвити. Хоча б це віри вже в мене особисто не залишилося. Тримай слово! Довольно оборони. Пора наступати. Що я хочу вам сказати? Я не буду говорити про контрафакт, тому що будь-якої людини зрозуміло, де простіше продати фальсифікат, там, де виручка 100 тисяч в день чи 100 тисяч в місяць. Я хочу вам сказати, що наша влада на чолі з довбаним президентом, я не можу його по-іншому назвати, він труханув не то що грушу. Вони скоти, як отой вірус ковіда, зайшли в нашу з вами в кров, в
кров нашої країни. Це не мої висловлення. Це висловлення підприємця на перших наших заходах, який сказав, що підприємці – це кров країни. Мерседеси їздять. Я вам хотів розказати. 10 років назад ми були на такій же акції. Зек хотів теж ввести касові апарати. Я вже розказував. Номера, тут все хорошо у людей. Слава Богу, у кого-то хорошо. Хотел зэк ввести кассовые аппараты в 2010 году, вот ровно осенью в это же время. Или в сентябре мы были, или в октябре, не помню. Ну, неважно. Осенью. И сразу после... Тогда вышло 1100, наверное, человек. И сразу он забыл об этой мысли навеки. Наверное, даже в Ростове не вспоминает о ней уже. О, нормально. Для ТикТока. Красавчик. И забываем обо всем. Лучший. Ну, ребята, нормально. Нормально сидите, класс. Полиция рядом стоит, что ничего предъявить не может, охраняет все как должно быть. Метро Арсенальное, завод Арсенал. Так, пока я ходил к этим прекрасным людям, а потом еще и к Вове. Вот аж площадь Славы, гостиница Салют, пришлось машину оставить, ближе место найти. Ну и подъехать до Арсенальной только можно было, а места там нету, где оставить. Пришлось оставить здесь. Интересно, стоит или уже Олега Сокола эвакуировали. Сейчас смотрим, смотрим, смотрим. Да, вот там в центре, если постоять, то вот такие, как вот это, ездят просто больше, чем Ланосов. Значительно причем. Так, Бэху пока не вижу. Чихуа, какое красивое. Красивенькое. Красивенькое. Так, это грузинская шестьдесятка тут стояла. Есть БХ семерка. Все хорошо. На месте. А вот и эвакуатор едет. Ха, не успел. Ну, хотя, наверное, задачи не было тут. Колеса вывернуты. В ровку уперты. Не, смотрите, кого-то уже зацепил. Ну, нам повезло сегодня, слава богу. Киев красив, осенний. Слышишь? Не-не-не, подожди, что ты сгущаешь краски. Питбуль. Нет, он охраняет. Так, друзья, это мое логово, я не помню. Есть видео на канале. Тогда было у меня 3000 или 5 подписчиков. Тут стоял прицеп, который мы скотчем ремонтировали вот на этом месте. А тут все было завалено. Ходить было вообще невозможно. В общем, что у нас тут? Когда-то в детстве я положил этот бетон в начале 90-х в этот погреб. Он превратился. Постучи там, есть чем постучать? Он превратился в каменные глыбы 50-килограммовые. Тогда как-то мешки 25 еще были не в ходу. Что, выкинешь? А, да. Боже, бухай здоровый. Не курит, а курит. В общем, вон в зеленой мечте немножко уже бросили. Собака ни разу не гавкнула, пока не начали снимать видео. Ты заметил? Это всегда так. Или собака, или поезд, вон едет. Мы это достаем просто веревочкой. Что-то лебедку пытались, но как-то долго. Там лебедка, короче, такой блочного нету. Витя, что ты знаешь про коленвал на
как он называется, Мелитополь делает. Ты позвонил мне, мне напомнил, балансировать. У меня? Балансировать надо. Балансировать надо, да? Да. Нормальная железяка. А железяка сама четкая, да? Нормальная, да. Ну, цена в три раза дешевле вазовского. Тракторов делают за ним. Да делают, да. В три раза дешевле вазовского. Если мне это не рассказывают, то все уже давно прошло. 3000. Так есть 90-й ход. Руслан, что ты скажешь, 90-й ход? Можно Руслан, на шестой блок? Еще раз говорю, есть радиоскрывашипа, длине шатуна, РЛ называется. Так. Чем ты его занижаешь при перекладке, тем у тебя больше ломается поршень, у тебя больше механической нагрузки. Зачем? Ты сделай это на маслопорсунке, чтобы снизу у тебя поршень. Ну ладно, 84-й точно ты можно. Ты меня слышишь? Да. Поставь маслопорсунки. Я не знаю, как это делать. Ресурс врезается на координатки сервиса и ставится маслопорсунки. У тебя постоянно стреляет масло в поршень. У тебя снизу. На 30% минимум поднимется. Снизу да, стреляет. Да, да, давай. Да подожди, ну, у меня что-то, пузырь уже мочевой болит. Я домой хочу. Я ну давай, это он, видите, мне зацепил. Я полдевятого там уже был, на месте был. Ну так что, а я бы ушел зато позже. Давай. У нас одинаково, ты смену сдал, я принял. Ты это мы про... Это про... Мы про... До 7, наверное. Давай, поднимай. А что там в калину двушку тебе надо? Все, и мотор. Так, завершающий мешок. Я досточки подложил, помню. Это где-то 90, наверное, какой-то второй. Не досточка, ты третий. Был. Не, 92-й год, наверное, я тут вот это положил, эти мешки. Поленья. Да, подложил все. Покажи, немножко поржавел, протрухли немножко. Да, блин, это сколько лет прошло? Давай, подожди. Не ностальгирую. Почти, сейчас, почти 30. Давай, закрывай. Давай, Руслан, поднимай лишнюю. Подожди. Так, и вот подарок из 90-х. Почти 30 лет пролежало. Вот последний, еще не последний. А, еще один, ё-моё. Да, еще один остался, но... Вон последний. Да. Пока, там еще тонями что-то есть, я просто не помню. Сейчас. Нет, нет, там цемента нет. Там что-то есть. Там что-то легкое. Да. В общем, всем пока. До встречи.